Всем привет, рад видеть вас на канале Волга F1. И сегодня в разделе операционная система, а также отнесу это к разделу полезные утилиты, полезные программы. И сегодня мы с вами с помощью программы Rufus сделаем загрузочную флешку Android x86. Почему именно Rufus? Сразу вот оговорюсь, то есть я в одном из своих видео показывал, как сделать загрузочную флешку с помощью программы UltraISO. У нас тогда все здорово получилось, но, к сожалению, не всегда UltraISO справляется с этой обязанностью, и приходится перебирать различные другие программки. И вот сегодня я познакомлю вас с программой Rufus для создания загрузочных флешек. В данном случае мы будем сделать загрузочную флешку Android x86.5.1. Сама программа запускается сразу, не устанавливаясь на компьютер. Запускаем ее. То есть выглядит вот она так. Скачать ее можно с сайта поддержки Волга F1. И давайте быстренько я расскажу, как она выглядит, и мы поставим на загрузку флешечку. Так, здесь у нас идет языковой пакетик. Русский присутствует. Здесь у нас вот устройство. В данном случае сейчас у меня вставлена в ноутбук флешечка на 4 гигабайта. Здесь у нас схема раздела, тип системного интерфейса. То есть по умолчанию стоит MBR для компьютеров с BIOS и UEFI. И есть еще MBR для компьютеров UEFI и GPT для компьютеров с UEFI. В данном случае, как выбрать? У меня, например, BIOS и старенький компьютер, то есть старый ноутбук. И, соответственно, там жесткий диск стоит MBR. GPT обычно ставят на компьютеры, вот, которые продаются с восьмеркой, с десяткой. Там уже бывает, что жесткие диски в GPT, но надо проверить, посмотреть, какой у вас тип жесткого диска, MBR или GPT. Вот, то есть выбираете и, соответственно, выбираете вот здесь вкладочку. Я выбираю MBR для компьютеров с BIOS и UEFI. Насчет файловой системы. Файловая система по умолчанию FAT, но я выбираю FAT32. Размер кластера оставляю по умолчанию. Здесь новая метка тома, но она определится сама, когда я выберу образ. Так, параметры форматирования. Здесь вот, если ставить, то это очень долго. Мы обставляем быстрое форматирование, создать загрузочный диск. Ну и галочка по умолчанию стоит создать расширенную метку. Я ее не убираю, обычно вставляю. Все, здесь в принципе все. Вот есть еще во вкладочке о программе, можно проверить обновление. Ежедневно по умолчанию, ну, давайте нажмем проверить. Новых версий не найдено. Закрываем. Окей. Все, теперь давайте нажмем на кнопочку выбора образа. Сегодня я буду ставить Android x86.5.1, RS1. То есть вот эту вот загрузочную, из этого образа загрузочную флешку. Нажимаем открыть. То есть вот здесь в новой метке у нас определилась Android x86 Live CD. И все, то есть все здесь готово. Тут осталось нажать только кнопочку старт. Нажимаем. Записать ISO образ в режиме рекомендуется, оставляем по умолчанию, окей. Все данные будут уничтожены, окей. Все, теперь просто ждем, когда на флешку встанет образ. И в принципе, скорее всего, все будет готово. Ну давайте немножечко подождем. Да, насчет вот флешек тоже. Когда вы сделали загрузочную флешку, и прежде чем ставить, всегда проверьте через Live CD, то есть запустите первый пунктик на флешке, проверьте, установится ли, загрузится, во-первых, у вас Android, будут ли работать там Wi-Fi, сетевые карты, мышки, клавиатуры, там, ну, все прочее, то есть проверяйте.
если все работает, попробуйте запустить приложение, которое вы собираетесь ставить. То есть все проверьте и только после этого ставьте Android x86, потому что глюков еще с ним у них есть много, бывают. Вот какие-то программы, приложения не идут, может быть у вас отваливаться там Wi-Fi. То есть да, есть такие проблемы, но вот у меня, например, все здорово работает. И ставил еще на другой ноутбук, тоже все работало. На другой я ставил 4.4, а вот на этот я хочу поставить 5.1, но буду ставить по-хитрому, то есть не на жесткий диск, а на вторую флешку, ну просто на флешку, и буду загружаться с флешки. Как это сделать, я расскажу вам в следующем видео. Ну вот здесь мы сейчас видим, что все у нас закончилось, нажимаем закрыть. Ну и все, то есть у нас образ готов. То есть ссылочка на программку внизу, ссылочка на то, как я делал образы через Ultra ISO, как я устанавливал Android x86 четвертую версию 4.4 на другой ноутбук. Все это видео вы можете посмотреть, перейдя под ссылочку, нажав кружочек И. Ну что ж, на этом я закончу. Пользуйтесь этой программой. Благодарите лайками. Ну, в общем, всем пока. Смотрите следующее видео, как я буду устанавливать на флешку Android. Тоже полезная штука, интересная штука. То есть не пропустите, подписывайтесь на канал. Ну и напоследок небольшой по скриптам. Посмотрим, как загрузится эта флешка. То есть вот я при загрузке нажал F7 на ноутбуке DNS. И у меня вот есть выбор загрузки с различных устройств. В данном случае выбираем флешку, нажимаем Enter. То есть видим вот эту вот менюшку основную, и есть Live CD, то есть запускаем Live CD. Ну, то есть вот пошла загрузочка. Ну а как проверять через Live CD загрузку, я в принципе вам показывал. То есть попробуйте этот вариант. Ну на этом закончу. Еще раз всем пока. Лайки с вас. Подписочка. Ну все, удачи. Пока-пока.